Сегодня пойдет речь о дрели шуруповерте аккумуляторной модель V165. Мы проверим, как он сверлит. На нем есть быстрозажимный патрон, удобная ручка эргономичная, удобный в работе, ну да, не спорю, удобный, не такой тяжелый, как другие. Тип аккумулятора литионовый. Производитель вот такой, город Красноярск, дата изготовления февраль 21, гарантийный срок 1 год. Модель V165, напряжение 12 вольт, время зарядки аккумулятора 90 минут, 1,5 часа. Частота вращения от 0 до 850 оборотов в минуту. Емкость аккумулятора 1,3. Крутящий момент 22 нанометра. Ну, здесь тоже пишется, что 90 минут заряжает аккумулятор. Стартис. Есть такая зарядка там. Что такое? А, ну здесь кроме шуруповерта, который стоит 1011 рублей 90 копеек. Еще всякой дряни брали. Это продает светофор, поэтому мы с удовольствием его купили. Я его разобрал, посмотрел, как он устроен. После того, как я его собрал, перестало щелкать вот это колесо. Но на функционал это не влияет, поэтому я думаю, либо еще раз разберу, либо разбирать уже не буду, оставлю так. Здесь есть фонарик. У меня разряжен полностью аккумулятор. Я первый раз его решил разрядить в ноль. Здесь есть фонарик, я сказал, быстрозажимный патрон. Прям нажимаете, он еще крутит. Зажимает. Зажимает до 10 миллиметров. Три восьмых до 24, от 0,8 до 10 миллиметров. Я сверлил сверлом, наверное, 16 миллиметров, а то и 18 миллиметров, но сверлил, правда, дерево, не железо. Он вполне сверлит, но производитель, естественно, наверное, против этого. Но, тем не менее, мне нужно было узнать, как он будет сверлить. Я поэтому попробовал, как это делается. Шуруповерт хороший. Пусть не отличный, есть отличные товары, да? А это, как бы, ну, такой, на твердую четверочку. Посмотрим еще, сколько он будет действовать. Я напишу обязательно под видео в комментариях, чтобы видно было, что с ним дальше происходит, через какое время. Поэтому посмотрим. Следите за комментариями под видео. Реверс можно вправо крутить, можно влево крутить. Ставим посередине, курок не работает. Усилие от 1 до 18. Единицу обычно я кручу, ну, допустим, там разбирал самокат дочери. Нужно было, чтобы не сорвать болты, я ставил на 1, то есть пластмассовый самокат. Ну, 18, в общем, так держать уже довольно-таки трудно. То есть это хорошая сила. И если хотите, чтобы сильно было, то
ставите, и он крутит. Крутит как дрель. Посмотрел. К шуруповерту идет вот такой аккумулятор на AliExpress. Он стоит порядка 600 рублей. 12-вольтовый. Можно посмотреть, может быть, есть еще более мощные. В таком же форм-факторе, но может быть более мощные. Может быть, здесь что-то еще вот такое. Скорее всего, есть, естественно. Я посмотрю, на скриншотах покажу, сколько это стоит. Производитель просит не разбирать, чтобы не было короткого замыкания и не бросать в огонь. Похоже, что 1865 какие-то батарейки, что ли, стоят. Но не факт. Может быть, не 1865. Судя по толщине, они могут быть толще. Но разбирать пока не буду. Если найду видео о разборке, я тоже выложу аккумулятор. Зарядное устройство вот с такими параметрами. Миллиметров нет, 5,8, даже 5,5, скорее 5,5 миллиметра. Вот так вот разобрал я его, фотографии приложу далее. Во время сборки были некоторые трудности, то есть здесь имеется пластинка, которая как раз и трещит. Здесь она ставится вот так, и ее нужно удержать, чтобы она не упала. Я покажу на фотографии, как это должно быть. Поэтому, скорее всего, пока собирал, двигал, пластиночка чуть сместилась. Ну, надеюсь, что это безопасно, то есть ничего не случилось, потому что я, в общем-то, им уже работал, и он работает исправно. То есть на работоспособность это не влияет. А так откручиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6 болтов и снимаем вот эти скобы. Скобы закрепляются для того, чтобы он не разъезжался. Все, после этого элементарно двигаем, снимаем двигатель и все остальное. Ну, еще раз повторяю, шуруповерт кое-чем мне не нравится, что я хочу проверить впоследствии. Но, тем не менее, он заслуживает твердую четверку. Но моей наклейки зеленого цвета, вот такой вот, он пока не заслуживает. То есть, рекомендовать к покупке однозначно я не могу. Поэтому наклейка пока остается. Но своих денег он стоит, это точно. Все, если видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Спрашивайте в комментариях, что надо, я проверю. Впоследствии я отпишусь обязательно.